В Хасавюрте стартовал муниципальный этап конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы 2018», в котором приняли участие 24 педагога национальных языков со всех городских школ. Перед началом интеллектуального состязания ученики 10-й школы в качестве приветствия гостей и главных виновников события подготовили небольшое выступление. Повышение престижа родных языков и поддержка творчески развивающихся учителей – основная цель проведения мероприятия. Как пояснила главный специалист управления образования Азра Рашидова, необходимо создание условий для развития мотивации к изучению родных языков, формирование читательской культуры школьников. В наше время очень актуальна такая проблема, как изучение родных языков. Ни для кого не секрет, что наши дети очень плохо говорят на родных языках. И зачастую даже родители поддерживают детей в том плане, что родные языки в школе не обязательно изучать. Поэтому очень хотелось бы этим конкурсом тоже показать, что родные языки – это такие же предметы, как и математика, и русский язык. И нужно дать понять детям, конечно, научить детей, что наша любовь к родине, к своему городу, она без родного языка, она не имеет смысла. Чтобы прежде чем, когда мы воспитываем детей, когда мы обучаем детей, дети должны с самого рождения знать, что родной язык – это язык нашей матери, наших родителей. И поэтому оттуда начинается все хорошее, что мы можем заложить в наших детях. Все конкурсанты должны были в первом туре представить методический материал, так называемые творческие папки. Далее по жребию определяли, кто за кем будут представлять членам жюри презентацию и отстаивать свое право на звание лучшего учителя года. Нелегкая работа. Да что работа? Школа, жизнь моя. Заботы, радости, печали и тревоги. Дорога эта, знаю. Для меня. Учу детей любить родной язык я. Учу их по-родному думать, говорить, писать. Ведь технологии передовые могу в своей работе применять. Уроки провожу различных типов. Концерт, игра, брендинг и КВН. Работу строю индивидуально. И на уроках интересно всем. Обеспечение престижности родных языков в школах – самый главный критерий проведения подобного рода мероприятий и оценка качества знаний, которые дают учителя. Для самих же педагогов это определенный стимул для достижения результатов и способ самореализации. По завершении презентационной части конкурсантам предстоит провести уроки «Классные часы», после чего будет определен победитель первого этапа по каждому из представленных национальных языков. Бика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».